тихом городе печальном, где ни света, ни дорог, в помещении подвальном жил мужик и с ним сурок. Жили дружно, честь по чести, так сказать, мирком-лотком, спали рядом, ели вместе мужичок с его сурком. Мужичок ходил с тележкой, чистил снег и мел дворы, а сурок за два орешка был забавой детворы. Сей уклад давно сложился, в 9 спать и в 5 подъем, так за годом год катился и сменялся день за днем. Мужичок всегда был уверен в отношении сурка, а сурок вполне уверен в поведении мужика. Только надо же случиться, перед самым Рождеством мужичок решил жениться и привел подругу в дом. Звали женщину Татьяна, спедалировав на то, что вставать на службу рано, снял мужик с нее пальто, показал свои владения, напоил сухим вином, кратко сделал предложение и уснул спокойным сном. На единственном диване, что давало с этих пор Сурикату и Татьяне недвусмысленный простор. Ситуация едва ли предвещала легкий шок, что отлично понимали и Татьяна, и Сурок. И мужик, наверное, тоже, засыпая, понимал, что делить придется, ложа, но уснул и мирно спал. И когда уже казалось, что решение не дано, в ситуацию вмешалось обстоятельство одно. Треугольник, что сложился так стремительно и вдруг, преспокойно разрешился, обратившись в мирный круг. В тихом городе печальном, где ни света, ни дорог, в помещении подвальном спал мужик, и с ним сурок. Таня рядышком лежала, обнимая мужика, и немножко раздражала обоняние сурка. Скажем прямо, что и Тане ароматы грызуна не вселяли на диване упоительного сна. Но сурок прижался к Тане, Таня гладила сурка, потому что он и Таня обожали мужика. Он сурок, она невеста. Вроде нету общих тем, но они и ныне вместе. Есть любовь и нет проблем.